Сегодня отмечается Международный день пожилого человека. В России он празднуется с 1992 года. По данным Всемирной организации здравоохранения, пожилой возраст наступает в 60 и продолжается до 74 лет. На сегодняшний день каждый четвертый амич относится к этой категории людей. Несмотря на то, что пожилой возраст, так называемая осень жизни, для многих этот период становится одним из самых плодотворных. В этом возрасте люди в основном становятся экономически независимыми, состоявшимися профессионально, с богатым багажом жизненного опыта, активно начинают заниматься общественной работой, творческой деятельностью. У них появляется больше возможностей уделять внимание семье, путешествовать. Среди активистов партии КПРФ много пожилых людей, тех, кому собственная жизнь показала идеи, какой политической партии стоит продвигать для достижения лучшего будущего для последующих поколений. С поздравлением к ним и ко всем амичам пожилого возраста обратился депутат Государственной Думы России, первый секретарь Омского обкома КПРФ Александр Кравец. День пожилого человека. День, когда чествуют ветеранов. Наверное, пожилой человек не самое звонкое звание на земле и не самая доходная должность, но это люди, которые внесли большой вклад в то, что сегодня есть в нашем обществе, в его материальные и духовные богатства. Поэтому чтить, уважать людей, которые прожили уже определенную часть своей жизни, которые немало сделали для людей, которые растили детей, внуков, воспитывали, лечили, учили. Это долг общества. И, конечно, бы хотелось, чтобы люди старшего возраста за свои труды, за свои заботы, свои тревоги получали от общества заботу и внимание, а не только от родных и близких. Чтобы доброта окружала их не только в этот день, разглаживая морщинки лет и вселяя веселые искорки радости в их глаза, а чтобы это состояние длилось очень долгий период. И чтобы на самом деле день пожилого человека превращался бы в праздник. В праздник внимания, в праздник настроения, за которым забываются и годы прожитые, и болячки, которые присущи, как правило, людям в серьезном возрасте. Друзья мои, здоровья вам, сил и энергии на многие годы. Пусть у вас будет все хорошо. Пусть не болит у вас душа за судьбы дорогих для вас людей. С днем ветеранов, с днем пожилого человека. Добра вам!